богатство, я считаю, что это здоровье, друзья. Здоровье – это очень важно. Если вы хотите быть богатым, сами в первую очередь сначала быть здоровым. Правда, оператор? Так-то держи. Всем добро пожаловать, друзья, на наш канал в YouTube. С вами компания Arbatoms. Если вы еще не подписаны на наш канал в YouTube, подписываемся, друзья, и поделитесь наши видеоролики своими друзьями, знакомыми, соседями, врагами, всем, чтобы они видели каждый день, что происходит в Турции, турецкой жизни, друзья. Так что турецкая жизнь, на самом деле, это очень хорошо. Это просто здоровье. Я это вам просто так не говорю. Это все мой опыт, друзья. Турецкая жизнь – это здоровье. Как раз мы именно вот в таком месте находимся, друзья. Вот здесь жить для любителей места, жить просто здоровье. Воздух, тишина. Это где? Это Селивки. Это город Мерсин, перегород Селивки, друзья. Здесь в горах есть именно вот такой проект для здоровья, для наслаждения, друзья. Очень хорошо место. Это именно просто кто любит тишину, кто любит богатый жить, кто любит себя, кто любит просто здесь отдыхать, время проводить, друзья, потому что это не центр, это не город, здесь нету пробки, здесь нету муравьи, нету здесь много народ, это для себя, для спокойной и для скромной жизни, друзья, если вы хотите своя семья, просто сам себе жить отдельно, друзья. Вот для вас сегодня вилла, друзья, город Селивки, столица клубника, йогурт, друзья, где есть порт для Кипр, где есть, друзья, огромный большой озеро Акель, и здесь природа очень богатая. Так что вилла 273 квадратный метр и половина отель, друзья. Сейчас мы где стоим, оператор, покажи, пожалуйста. Вот это все отель. Здесь будет в начале один большой двухэтажный дом. Там управляющий будет, там офис. И вот это все деревянный дом. Это просто отель. И здесь с левой стороны вилла. 273 квадратный метр, отдельно настоящая вилла, друзья, есть отдельно свой бассейн, есть даже внутри, есть для няни комната, друзья, 4 санузел, туалет, друзья, 4 плюс 1, 3 плюс 1, разные планировка есть именно здесь, и гараж есть, паркинг есть, еще огромный большой теннисный корт, баскетбольная площадка, есть бассейн, друзья, есть просто тренажерный зал, хамам, сауна, массажная комната, друзья. Здесь это просто отельная жизнь, можно здесь просто жить, эта инфраструктура все можете использовать, друзья. Здесь я вам еще раз повторяю, здесь именно для любителей места, для богатой жизни. Если есть у вас деньги, вы можете здесь жить, друзья. Конечно, еще что нужно? Аппаратор, чтобы жить здесь? Машина. Машина, да, правда. Машина нужна, друзья, чтобы сюда приехать, уезжать в любой моменте, потому что здесь далеко от центра, от моря, далеко, друзья, на горы находимся. Я помню, что много людей именно такой проект меня раньше много спрашивали. Именно вот середине леса, тишина, горах, где воздух чистый, где влажности нету, здесь влажности нету, мы на высоте находимся. Здесь еще очень важно, что есть оператор, подходит это проект для гражданства. Для гражданства, друзья, подходит это проект для гражданства, если вы хотите получать турецкие гражданство, друзья, именно это проект подходит для турецких, для получения гражданства, друзья. Если вы вилла покупаете, и рядом будет стоять у вас для вас подарок
турецкий гражданство, друзья. Для более подробной информации, как получить турецкое гражданство, можете к нам обращаться, мы вам поможем, хорошо оформим, и вы получаете турецкое гражданство, друзья. Потому что турецкое гражданство получить, это не просто так, это очень тяжело, очень долгая процедура. Мы все это знаем, как официальная фирма может к нам обращаться. Это проект, еще раз я вам повторяю, подходит для получения турецкое гражданство, друзья. Вилла 273 квадратный метр, огромный большой проект. Если что, под видео есть наша ссылка, нажимайте оттуда, получайте более подробную информацию, друзья. Так что с вами был Асым, ваш человек в Турции. С вами был город Мерсин, перегород Сливки, друзья. Сливки — это очень интересный, очень перспективный город. Если я ваше место был бы, еще рассматривал бы город Сливки, друзья. Это перспективный город. Здесь более 13 тысяч русскоязычных людей живут. Очень потенциальный, перспективный город Сливки, друзья. Сливки — очень красивый город, очень богатый. Природа здесь очень богатая, исторические места, история богатая здесь. Здесь очень красивые еще пляжи, друзья. Очень красивые длинные, широкие, песчаные пляжи. И, конечно, люди, капиталь тоже важно. Люди очень добрые, гостеприимные. И очень много помогает здесь, кто приезжает в гости, друзья. Всем удачи, берегите себя. Если что, под видео есть наши контакты, пишите, звоните. С вами компания Arbatoms. Всегда рядом. Пока.